этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки. Скончалась Ирина Аврамовна Быстрицкая, великая актриса, человек редкого обаяния и многогранного таланта, которая навсегда щедро дарила людям. Ирина Аврамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны, выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству, стала настоящей легендой. Мы навсегда сохраним добрую память об Ирине Аврамовне Быстрицкой. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Слово Борису Клюеву. Сегодня мы прощаемся с Ириной Аврамовной Быстрицкой, актрисой Малого театра. Всю свою сознательную жизнь она посвятила служению этому театру. Я благодарен судьбе, что, будучи молодым артистом, я впервые стал партнером в знаменитом спектакле «Дачники», где Ирина Аврамовна блистательно исполняла роль Юлии Филипповны. И это партнерство продолжалось около 50 лет. И последний ее спектакль, с которого она выходила на сцену Малого театра, «Любовный круг мой», мы тоже играли вместе. Бог одарил эту женщину необыкновенной красотой. Она была признана самой красивой женщиной Европы. Она это понимала и гордо несла свою красоту. Удивительное трудолюбие, удивительный характер. Придя из Киева со школы украинской, несколько напевной, она понимала, что этого в Малом театре недостаточно. И она долго работала над этим. И говорила потом на хорошем русском сценическом языке. Она постоянно следила за собой. Зарядка – это была неотъемлемая часть ее пути. Мы много ездили по Эйношевским концертам вместе. Мы много ездили по творческим вечерам. Она всегда была собрана, готова и всегда была обворожительна. Люди, зрители любили ее. Она пользовалась необыкновенной любовью зрителей. Очень многих девочек называли в честь нее Ириной. Она была звездой советского кинематографа. Роли Аксиньи и добровольца Лёльки
они останутся классикой советского кинематографа. До сих пор люди помнят ее по этим фильмам. Я счастлив, что судьба подарила мне необыкновенное чудо партнерства с Элиной Авраамовной. Жаль, что судьба так поступила. Мы могли бы еще многое сыграть на этой сцене. Мы сегодня прощаемся с нашей железной леди. Сегодня мы прощаемся с нашей легендой. Ее пример служению Малому театру останется для нас и для многих других молодых поколений пример. Светлая память вам, Элина Авраамовна. Мы вас помним и любим. Дорогие друзья, примите мои соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Авраамовны Быстрицкой. Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей, Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь. Ее творческое наследие стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слово Людмиле Титовой. Мне кажется, Элина Авраамовна была звездой не только театра, кино. Она была звездой во всех смыслах этого слова. Мне вообще кажется, что когда она родилась, она уже знала, что она будет звездой. Она жила, работала, играла в театре, в кино, как звезда. Она не была простая, она не была доступна. Она, наверное, так и должна вести себя звезда. Она была, мне кажется, самое главное ее качество. Она была свободна. Она была свободна не потому, что положение давало ей такое. Она была свободна, мне кажется, с самим своим существованием. Если ей не нравилось, она не играла. Если ей не нравилось в процессе репетиции, что-то не получалось у нее, она отказывалась. Она имела на это право. И это было такое чувство у всех, которое вызывало и протест у нас, и зависть, что человек может себе это позволить. Это такое редкое качество. И сейчас все меньше и меньше артистов остается, которые свободны.
Она никогда не боялась отказаться, что больше ничего не предложит. Не нравилось? Не нравилось. Она при всей своей такой недоступности и какой-то внешней холодности, с ней нельзя было просто подойти и там сказать «привет». Не потому, что она не разрешала этого, потому что это никому не приходило в голову. Но при этом, вот при всей своей такой недоступности, она никогда не отказывала в помощи. Сколько артистов, которые приходили к ней помочь, ну, в советское время, там, с телефоном, с квартиры, и она помогала. Вы понимаете, она шла, помогала не потому, что ей этого хотелось, потому что это надо было сделать. И еще она не боялась, что ей откажут. И ей никогда не отказывали в этом. Именно потому, что она не боялась. Она была уверена в этом, что ей отказать не могут. И столько добра, которое видели от нее артисты в этом смысле, она шла и просила. Это, ну не знаю, такое редкое качество, которое человек может себе позволить. Еще, мне кажется, звезда, она должна быть красивой. Елена Абрамовна была не просто красивой. Она была такой красоты, от которой невозможно было оторвать глаз. Когда недавно мы пересматривали спектакль «Дачники», мы не видели его на сцене, мы смотрели только в записи, как она играет. Кажется, Быстрицкая – это какой-то прошлый век. Она играет так современно, с таким юмором, и так чисто, и таким прямым ходом, когда она говорит текст «Я всегда знала, что я красива», то у зрителей не возникает ни малейшего сомнения, что «Ну, ладно, это же кино, я поверю в это». Мы смотрим и видим, она красива. Она так красива, что невозможно оторваться. И она уже при жизни, она стала легендой, она стала звездой. Это звезда, которая навсегда будет сиять на нашем небосводе. Она недосягаемая, она холодная и она красивая. И мы всегда будем ее помнить. Артисты и артистки нашего театра всегда будут завидовать свободе, красоте и тем ролям, которые подарила ей жизнь. Геннадий Андреевич Зюганов. Я не могу сказать, Елена Абрамовна была, она для нас всегда была, есть и будет. Я пришел поклониться ее таланту, красоте, мужеству, высокой духовности, настоящему советскому патриотизму. Последние годы мы с ней готовили не раз крупные спектакли в Кремлевском зале. Приглашали всю страну. Страна приезжала для того, чтобы подышать свежим воздухом той героической правды, во имя которой она служила и стране, и на сцене, и жила в этой жизни. Я гордился тем, что наши отношения носили чисто товарищеский характер. Когда мы отмечали ее 90-летие в Кремлевском дворце, она подозвала меня и сказала, хочу поклониться той правде, которую служат ваши товарищи, тому мужеству вере в справедливость, которые всегда для меня были образцом. Я хочу поблагодарить коллектив этого чудного театра, который высокое русское слово, русскую духовность, русское достоинство и правду нес под высоким знаменем интернационализма и дружбы народа, что для нас исключительно важно, для страны, где проживает 190 народов и народностей, которые собрались в одну семью и создали великое тысячелетнее государство.
люди Кандестрицкие украшают, спасают нашу жизнь в самые суровые времена. Времена суровые, но достойные. Это достоинство, это талант, это вера в высокую духовность и красоту нас и раз спасали, спасут. Давайте поклонимся светлой памяти и поблагодарим за все, что нас делали для нас и на сцене, и в жизни, и для каждого человека, являясь примером силы. Борис Любимов. В 60 лет назад мы увидели с экрана кино, с экрана телевидения Ирину Быстрицкую в роли морской казачки в синем фильме Герасимова Тихого. 60 лет назад на сцене Малого театра она сыграла почти одновременно, почти вот в эти же самые дни, главную роль в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Винтер». Что, казалось бы, общего? Донская казачка и Оскар Уайльд. Леди казачка. Вот мне кажется, в этом был одна из загадок в ее творчестве. Мы привыкли видеть ее, скажем, и в фильме «Народовольцы», простите, и в фильме «Тихий Дон». Мы видели ее простые руки, крепкие, почти мужицкие. Мы видели, как она одним взмахом ресниц своих божественных могла свалить, так сказать, и унизить соперницу, привлечь себе мужское сердце. И с другой стороны, это речь Оскара Уайльда, это достоинство и изящество леди. Так она прошла и всю жизнь, все эти 60 лет на сцене Малого театра, где она играла таких разных авторов, как Грибоедов, Горький, Островский, работала с разными режиссерами, разной школы, разного темперамента, разного стиля. И всегда вот стиль Быстрицкой был абсолютно узнаваем. Она работала вместе с режиссером, вместе с партнерами, и в то же время искала сама и находила вот то самое главное, самое основное. Если вспоминали ее роль, может быть, это действительно ее вершины, может быть, вершины ее женской красоты, спектакль «Дачники» Юлии Филипповны. Но как не вспомнить и «Баронесса Штраль» в «Маскараде», и что красивее были, божественные декорации Энара Стенберга, костюмы, или она сама украшение сцены Малого театра, или, скажем, спектакли «Бешеные деньги», и вплоть до недавнего времени, до тех спектаклей, которые здесь уже вспоминали, еще долго-долго будут вспоминать. Мое поколение помнит, как уходили дивные актрисы Малого театра, разменявшие десятых. Александр Александрович Яблочкин, Евдокия Дмитриевна Турчининова, Елена Николаевна Гоголева. Сейчас к этой плеяде, в эту плеяду вошла и актриса их масштаба, их значение в истории театра, русского театра, в истории Малого театра Ирина Быстрицкая.
директор хора имени Пятницкого Александра Пермякова. Хору имени Пятницкого была огромная честь принимать участие в огромных концертах, где мы представляли совместную работу с Ириной Абрамовной по произведениям Михаила Шолохова. И именно тогда нас удивляло, как вдумчиво, как скрупулезно она подходила к своей работе. Для нас, для каждого артиста хора имени Пятницкого, это был незабываемый мастер-класс. И очень поражало, с каким уважением и любовью она относилась к каждому артисту хора имени Пятницкого. Мы очень много раз говорили с ней о русском народном искусстве, и она мне много раз говорила о том, с какой любовью она относится к русской народной песне. Уважаемая Ирина Абрамовна, с низким поклоном к вам и вечной памятью хор имени Пятницкого.
Валерий Баринов. Красота спасет мир. И вот эта красота спасала мир. Спасала и спасает. Но той красоты, которой обладала эта женщина, я не встречал никогда. Студентом, мальчишкой, играя в массовке, в спектакле «Волки и овцы», вот на этой сцене, когда уже ближе к финалу спектакля, она выходила оттуда, из середины сцены, в красном платье, в красной шляпке с красным зонтиком. Зал взрывался аплодисментами, потому что в зал входила эта невероятная красота. С тех пор прошло больше 50 лет. Ничего красивее я не видел. Эта женщина обладала той тайной, которую так и не раскрыла перед всеми. Нет. Я когда смотрю на современных красавиц, с каким удовольствием они рассказывают про себя, про своих женихов, любовников. И каждый раз, натыкаясь на эту красоту, я понимаю, что есть истина. И эта истина – красота такой женщины, как Алина Быстрицкая. Необыкновенный ее голос, когда раздавался звонок по телефону, она говорила: «Здравствуйте, это Быстрицкая». У меня поступал ком в горло. Вы знаете, ничего не могло сделать время с этой красотой и с этим достоинством. Сейчас, прощаясь с ней, я посмотрел на это лицо, подумал, даже смерть была бессильна перед женственностью и красотой этой актрисы. В огромной, прекрасной короне малого театра это был один из самых ярких бриллиантов. Сверни с проезжей части в полуслепой проулок, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и погодя в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: прости меня. Простите нас, Лена Ивановна. Помолитесь за нас Богу. Вашу молитву Он услышит. Александр Иванович Бастрыкин. Дорогая Сахаровна, дорогой Юрий Михайлович, уважаемые товарищи, уход Лины Ивановны Быстрицкой более отозвался в сердцах сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Мы носим погоны, как люди, носящие погоны, мы служим нашей Родине и тоже несем потери. Для нас это потеря
неисполнима. Тем более, что перед Быстрицкой ушла накануне празднования Великой Победы. Уже в 13 лет она нашла свое место в строю. Она уже сражалась за нашу Родину, за нашу Победу, медсестричкой в военном госпитале. Она, пожалуй, единственная женщина в нашей стране, которая удостоена великим воинским, казачьим воинством, донским, звания казачий полковник. Нет женщины в нашей стране, видимо, столь сильной и талантливой одновременно. Я хотел бы посвятить Илине Абрамовне слова прощания. В 16 году я поздравил ее стихами с ее юбилеем, а сейчас хотел бы стихами с ней проститься. Оставьте нам тот образ, что создали, любви и силы, веры неземной, и знания, любовь прочнее стали, она не меркнет и не гаснет сединой. Она спасает целые народы, она дает нам веру, силы жить. Любовь сильнее мглы и непогоды, в сердцах, в делах, в желании победить. Она дает уверенность в сознании, что правда все равно найдет свой путь, и что любовь в любом своем создании живет с одним желанием – не забыть. Не только про весенние рассветы, не только песен про трели соловья, не память нам про вечные заветы, в ней память про родные имена. Вы все сумели. Красотой таланта постигли тайны красоты земной и показали, люди не атланты, но бой земной есть их последний бой. Нельзя успеть все то, что ты задумал, на грешной, часто сумрачной земле. Но есть любовь, и что бы ты ни думал, она живет в заботах и труде, и в раненом солдате, в медсамбате, в больном, прикованном к постели, как в судьбе, в сознании, что там, в родимой хате, живет напоминание о тебе, и детский крик, отцовские погоны, и образ матери, и фото для двоих, и счастье Родины, и колокольные звоны, все шлет любовь к нам, и она для них. Мы все прошли, и в этот час прощания мы знаем точно ваш талант любить. И это высшее для всех нас завещание. Коль жить, любить и лишь добро творить. Вы, земля, будет духом, наша прекрасная, несравненная, самая лучшая женщина в мире.
Вячеслав Езепов. Мы провожаем последний путь и прощаемся с Еленой Аврамовной Быстрицкой, уникальным человеком, уникальной актрисой. Именно такие люди и должны называться и всегда останутся в нашей памяти как достояние России, достояние народа. Вот здесь, недалеко от этой нашей любимой сцены и ее любимой сцены, находится гримерная, она называется Ермоловская, потом Гоголевская, а потом Быстрицкая. Заслужить это – великая честь. Да, конечно, быть поцелованным Богом, получить от родителей колоссальный талант, обаяние, невиданную красоту. Это прекрасно, но еще надо многие десятилетия быть этому достойной и удержать это. А она это удержала. От чего это стоило? Вот здесь, на этой сцене, шел «Мудрец», один из ее последних спектаклей, который она играла. И она выходила на поклоны, и зал стоя приветствовал, кричали: «Спасибо! Браво! Цветы!» Она шла, улыбаясь, эти глаза с поволокой. Подходила вот сюда, к кулисам, а мы уже, когда откланялись, стояли здесь. Она шла, подходила и падала от боли на руки. А потом брала себя в руки, поворачивалась, и, несмотря ни на какие уговоры, опять дарила зрителю свой потрясающий, щедрый талант. Да, она умела держать дистанцию в хорошем смысле и между зрителями, и между коллегами. И это шло, кстати, на пользу. И ее за это тоже, и она это тоже пронесла через всю свою жизнь. Для меня вот она входила в три королевы. Лисецкая, Кишиневская, Быстрицкая. Вот так. Там встретится сейчас Ирина с ними. И я думаю, что найти там общий язык будет нелегко с этими потрясающими женщинами и актрисами. Мы всегда будем помнить о том, что имели честь служить на этой сцене с Ириной Аврамовной Быстрицкой. Низкий поклон Ирине Аврамовне. Пусть земля будет пыльной. Николай Дубак. Лена, дорогая, я вспоминаю те потрясающие встречи, потрясающие вечера с Петей Глебовым, Владимиром Высоцким. Теми фильмами я в 4 фильмах не с вами снимал. Вы потрясающий человек, потрясающая актриса, самая красивая в мире актриса. И Володя однажды пришел, и почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он и она не вернулись из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах, без сна и покоя. Мне не стало хватать его только, сейчас, когда она не вернулась из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке
Откликнул его я: «Друг, оставь покурить». А вокруг тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши павшие нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Василий Зотов. Потрясающая красота женщина. Милая актриса. Настоящая звезда. Она смогла стать иконой целого края, Донского края. Казачку Аксинью они не забудут никогда. Буду рассказывать своим детям, внукам, правнукам. Она была неразрывно связана с той прекрасной страной, страной моего детства, которую мы все так потеряли, Советским Союзом. Я помню в фильме «Добровольцы», она вместе с Николасовичем Ульяновым на подножке трамвая, построив метро, летела в какую-то светлую даль. Казалось, что так будет вечно, что эти люди будут вечно. Но они останутся вечно в наших сердцах, в нашей памяти. Она была очень справедливым человеком, и при этом с такой жесткой позицией. Я помню, что однажды перед моим вводом в большую роль спектакля у нас была репетиция, и Ирина Абрамовна очень резко меня отчитала. И вечером того же дня звонок телефонный, как вот сказал Валерий Александрович Баринов, такой вот незабываемый тембр Ирины Абрамовны: «Это Быстрицкая, мне нужно с тобой поговорить». «Мальчик мой, прости меня, я была очень резка с тобой, не волнуйся, завтра все будет хорошо, но по сути я была права». Вот в этом она вся. Спасибо ей большое, Ирина Абрамовна. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и в нашем душе. Спасибо. Зинаида Кириенко. Добрый день. Хотя и тяжелый день, печальный, сразу после Пасхи. Просто невероятно. Наверное, Линочка попадет сразу Господу Богу. Мне бы хотелось вот такую рассказать вещь. Прошел фильм «Неоконченная повесть». Сергей Аполлинарьевич Герасимов, мой учитель, в это время подбирал актеров на роли. И была там одна претендентка на Аксинью, ну уж очень неказистая мне показалась. И вот сидим мы, как всегда, таким кружочком, буквой «П» скорее, перед нашими мастерами. А за столиком Герасимов и Тамара Федоровна Макарова, его сподвижница и супруга.
И я говорю: Сергей Павлович, а по-моему, есть уже Аксинья. Я, во всяком случае, ее увидела. Он говорит: да, где ж ты увидел? Я говорю: а вы посмотрите фильм, если вы не видели, «Неоконченная повесть». У нее там даже прическа Аксиньи, готовая просто. Волосики назад, пучок, все как положено. Да, но Лина рассказывала, что она была в Париже, когда услышала о том, что Герасимов ищет Аксинью. Оставила группу и помчалась быстро в Москву. Явилась и предстала перед мастером, сказав, что я Аксинья. Это очень дорого стоит, потому что мечта человека бывает самое главное в жизни. Я думаю, что у Лены она была. Мы очень по-доброму с ней. Не могу сказать, что дружили, у каждого своя семья, свои заботы, свои программа жизненная и программа рабочая, трудовая. Но мы всегда встречались с радостью. У нас никогда не было никаких... Тем более я не стремилась быть красоткой. У меня была другая задача в «Тихом доме». Я была Наталья. И, может быть, это не давало нам никакого повода для соревнования. И Лина меня очень уважала. И я ее. И когда мы встречались, были как родные и близкие люди. Иногда перезванивались. Редковато, конечно, но жизнь так устроена. И она была на моих юбилеях последних. Вот на последнем не была, потому что нездорова. И я была на ее юбилеях. Мы очень симпатизировали друг другу. А это в нашей профессии дорогого стоит. Значит, мы признавали друг друга как настоящие люди и достойные мастера своего дела. Дорогая Линочка, никогда не думала, что мне придется вот так на этой сцене говорить последние прощальные слова в твой адрес. Ты, любимая актриса, принесла картину, в «Тихий дом» принесла красоту свою, свое глубокое содержание. И мне было очень даже приятно быть рядом всегда с тобой. Или за столом, или на сцене, или просто в жизни каких-то обстоятельств. Царство тебе небесное, дорогая. Твоему настоящему таланту. С Богом. Thank you.
Александр Романович. От нас уходит великий человек, великая актриса. От нас уходит общественный деятель Ирина Быстрицкая. Часть своей жизни, последние 17 лет, она посвятила в том числе и общественной работе. Она была членом Центрального совета партии «Справедливая Россия». Она очень много сделала для того, чтобы справедливость стала символом нашей жизни. В этот день, провожая, отдавая дань уважения, дань восхищения талантам, способностями этого великого человека, мы от имени партии «Справедливая Россия», от имени председателя партии Сергея Михайловича Миронова выражаем соболезнования родным и близким. И разрешите заверить, что этот человек, этот великий человек, останется в списках партии «Справедливая Россия» навеки. Василий Бочкарев. Большая жизнь, светлая жизнь, трудная жизнь, достойная жизнь. Если обратиться самое детство и винорам. Идет война, мне 13 лет. И она хочет что-то делать для фронта. Ее спрашивают, а что ты можешь делать? Она отвечает, для фронта я могу делать все. И вместе с отцом в этом поезде, госпитале, она проходит войну, помогая, поддерживая. Она говорила, что для нее самое главное то, что завещал ей ее отец. Душу отдай Богу, жизнь Отечеству, а честь никому. Ирина Аврамовна, вы с честью прошли свою жизнь. Вы оставили самое главное. Вы, как великая актриса, оставили в сердцах наших достоинство и понимание, что мы живем в великой стране. Она была гражданином своей страны. И действительно это так. Она прошла жизнь со всеми трудностями своей страны, со всеми победами, со всеми исканиями. И в сердце каждого из нас она осталась как красивая, но самое главное, как красивый человек. Когда-то здесь, на сцене Малого театра, выступая первый раз, она поразила великую Александру Александровну Яблочко, которая сказала: «Я понимаю, о чем говорит эта актриса. Да, она достойна быть в Малом театре». И вот с этих слов
со слов одобрения, Ирина Абрамовна служила этому великому театру. Но кроме этого, она никогда не забывала, что она часть страны, часть своей любимой страны. И она с упорной строгостью служила и стране, и своему театру, и русскому театральному искусству. Она была актриса, которая никогда не опускалась до чего-то нецеломудренного на сцене. Она соблюдала достоинство человеческое. И она была доступна для тех людей, которые умели с ней разговаривать. Я помню одну сцену, когда она вышла из театра после замечательного спектакля, и одна из зрительниц бросилась ей в ноги с восклицанием «Царица!». Это было правда. Она действительно царица. Вот царица. С детства она прошла весь путь и стала царицей, достойной царицей. Здесь очень много цветов. Но, к сожалению, нет одного цветка. Она любила ландыш. Это был ее любимый цветок. Но мы мысленно можем послать ей букетик ландыша и сказать ей большое-большое спасибо за ту прекрасную жизнь, которую вы прошли, и что мы имели честь быть с вами и всегда будете с нами, пока мы живем. Вы свое предназначение полностью выполнили перед Богом. Спасибо вам. Пройдут годы, десятилетия, сменится поколение актеров, сменится поколение зрителей. Но Ирина Абрамовна Быстрицкая останется в созвездии наших великих мастеров малого театра. Великим – это не слово, действительно. И она останется в памяти на века. Гражданская панихида в случае смерти народной артистки СССР Ирины Абрамовны Быстрицкой является закрытой. Обращаемся к друзьям.
Yeah.
Я люблю меня.